Смотрел фильм «Планета Капекс», хотелось бы услышать ваш разбор и сравнить с вами ощущения. Если я не ошибаюсь, это фильм, где играет Кевин Спейси, мой любимый актер, один из. И я и посмотрел-то его когда-то именно потому, что моя тогдашняя подруга была его фанаткой. Но никаких ярких ощущений от картины у меня, к сожалению, не осталось. А осталось чувство, что, ну, особенно там в сцене, где он жрал банан, очень такой трагической эксцентрики. Нет, это очень круто, весело. Я пересмотрю, если хотите. Там еще продолжения есть какие-то. Пересмотрю, потому что, наверное, это прекрасно. Станет Кевин Спейси играть в плохом фильме.